сейчас дам Лизу в полицию. Полиция! Hey guys, с вами Лиза Нэс. Всем привет, ребята! Вы на моем канале. Я вас нереально сильно люблю, потому что вы решили, что обливать будут не меня, а папу. Я очень-очень рада, потому что как-то не особо хочется быть всегда мокрой. И очень круто, мы сегодня с мамой будем целый день поливать папу. Я так рада. Я делала такой пранк над мамой. Это было очень круто. А над папой я просто представляю, как это будет классно. Спасибо огромное, что буквально за один день нас набралось больше 20 тысяч лайков. Я безумно просто рада, потому что сейчас я снимаю пранк над папой. 24 часа обливаем водой челлендж. Ребята, а вы подписывайтесь на мой канал, потому что таких крутых пранков и 24 часа челленджей будет очень-очень много. И нажимайте на колокольчик. Видео у меня выходит каждый день, и каждый день вы можете смотреть мои классные, интересные видосики. Папа пошел домой, я стою за углом уже с водой. Хочу папу жестко прям облить, чтобы папа весь мокрый был. Это будет очень круто. Просто папа обычно уворачивается. Или происходит что-то такого. На папу льют воду, а папе просто все равно. Поэтому сейчас я хочу прям жестко облить, чтобы папе не было все равно. И чтобы папа обратил на это внимание. Появилась офигенная идея. Мы забрались на второй этаж, чтобы нас не видно. Прикиньте, как свет. Не надо скрывать камеру, папа ее точно не увидит. Меня не надо нигде прятаться, просто я выливаю воду. Будет очень круто. Мне страшно. А давай, когда папа на нас посмотрит, мы быстро прячемся, вытаскиваемся. Давай, давай. Давай. Ты же заболела. Лиза, ты целый день теперь будешь поливать. Чё стоишь? Лови! Спасибо. Теперь ты лови. Нечем. Нет? Нечем. Ты же компьютером что-нибудь поделаешь, Рот? Буквы понажимать или цифры? А ну, быстро! Что ты для тебя хочешь? Что такая прицепилась, а? Я тебя полью сейчас водой. Ну, что такое? Ну, что за безобразие, а? А что ты будешь делать? Давай помою голову тебе. Давай. Лучше просто чекал. Как тебе? Это безобразие. Дети, ну что это такое? Пожалуйста, не ставьте ей лайки. Я могу тебе помочь. А? Интересно тебе, да, поливать мне? Ты в сговоре с ней, я знаю. Я в сговоре не только с ней, я в сговоре с ними. Да. Нас много? Да, нас я много. Я один. А ты один. Я буду бороться. Я тебе отдаю воду, которую ты мне налила. Папа, блин! Я кто? Блин! Ты блинчик. Чина! Не понял. Снимает товарищ, да? А ты же тоже в сговоре с ними, да? Вот уже ж. Стоять. Ну, стойте. Ну, слушай, смотри. Смотри. Лиза, что это за фигня? Мама, ну сколько можно уже? Ну, сейчас надоели уже. Сначала смешно, сейчас тут. Ну дай я попью. Ну
Мама! Просто возьми себе. Мама, что ты делаешь? Что ты делаешь? Вернее, поливать в стране, тут поесть нормально. Мокрый. Тут же тут же холодно, вы что? Зачем ты папу полностью облила? Если бы... Мама, это твоя идея была. О боже мой, только не это. Папа, как ты? Пойдем туда гулять, знаете, на... Это Шри-Ланка в сговоре. Все сговорились против меня. Все сговорились против тебя. Я не могу нормально выйти на улицу, меня постоянно поливают. Хорошо, что у нас чемодан с собой. Осторожно, так и стоп. Боже мой, блин, ты меня догнал. Переходит. А у меня камера в яйца! Сраник такой! Блин, а я при чем? Что ты делаешь, папа? Я не буду просто так стоять и ждать, пока меня будут обливать водой. Я буду защищать. Тоже водой. Я сейчас дам Лизу в полицию. Подписчики Лизы Найс. О боже, о боже. Хай, хай, хай. Подписчики бегут. Гоу, гоу, гоу. Подписчики догнали тебя, Лиза. Блин, ну что она делает вообще? Я проглотил его. А где ты воду взяла? Я у мамы попросила. Лиза, держи там, где люди. Реально научился летать. Обезьянка. Боже, а ты что, не можешь остановить эту штуку и налить нормально? Как ты? Рукой! Я хочу его угостить водичкой. Воды нет уже, Лиз. Осторожно, скользко, скользко, Лиз, скользко. Окей, окей. Чего, чего? Игорь, что за мир? Что, Игорь? Тебя болит. Хватит. Ты меня задолбал. Ты мне будешь обливать, а? Ты, давно малую. Хватит уже, Лиза. Ты мне же четвертый день обливаешь. Что это за фигня? В общем, ребят, мне, маме, Немалу, Игорю и Саше очень нравится этот пранк. Папе не особо.
В общем, я думаю, мне его продолжать или нет. Если тебе понравилось это видео, пиши в комментариях, что тебе оно понравилось. И я буду снимать, может быть, вторую часть, третью часть. Может быть, вообще над игром с Сашей буду снимать. А это был крутой 24 часа поливаю папу челлендж. И спасибо вам огромное, что спасли меня лайками от поливания. Лиза, убегай, убегай, прошу тебя. А с вами была я, Лиза, тебя люблю. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Оля Най. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.